Это и есть Лифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. День прошел. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет. Я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему? Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Там много места. Сейчас, отец. Конечно, их это злило. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соби. Можете проходить. Добро пожаловать к лице. Хранилище. А тебе можно? Так. Чёртовы стражи! Что тут было такое? Я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Здравствуйте, ученики. Пожалуйста, возьмите визор и закрепите его на голове рядом с глазом. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. А здесь их целая куча без дела валяется. Пункт управления данных сообщений для доктора Соба. Просканируйте сообщение визора. Элизабет. Я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Гея Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Он, они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет. Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться.
Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Неисправность модуля обознания устранена. И выход выводит на доступ открыт. Это должно быть любопытно. Прости! С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете... Готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь перед Элой. Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Своими глазами. Что это значит для племени? Я видел, как великая гора раскрылась перед ним.
Я хочу путешествовать налегке. Поземка. Thank you.
Ну, вперед! Добраться до горы будет непросто. На каждом шагу рыскают хищные машины. Зараженные? Не зараженные. Но людей они не потерпят. Тоже меня удивил. Я вижу ловчих. А на той стороне рыскари. Боеприпасов. Thank you.
Я вижу ловчих. А на той стороне рыскари. Думают, что охраняют геи? Вряд ли они могут думать. Это скорее инстинкт. И причем к его могиле. Я почти на месте. Верно. Thank you.
это и есть жертва Геи? Она раздавила гору, как яйцо. Да, да. Поспеши. Я подготовил для тебя маршрут. Так ты здесь уже проходил? Ну да. Увидишь. Значит, о маршруте ты позаботился, а с армией машин не стал возиться? С каких пор тебя пугают машины? Если бы ты могла летать, я бы и на маршрут не стал время тратить. Не смотреть вниз, не смотреть вниз. Вот таким я себе и представляла твое убежище. Спасибо. Это одна из многих мастерских, которые я построил. Долгие годы я пытался вскрыть этот люк. Сверлил его и жег, и взрывал. Но ты сможешь пройти тут легко и просто. Ты так говоришь, будто я виновата. Вовсе нет. Мне даже не пришло в голову, что нужна не грубая сила, а просто ключ. И ключ — это человек. Я оказался недостаточно сообразителен. Ты много времени тут провел. 19 лет назад. Эту гору сотряс мощный взрыв. Смерть Геи. Твое рождение. Эхо взрыва было слышно даже в жиле. Небо затянуло пеплом. Меридиан трепетал при виде этого знамения. Кратер горел долго, но когда остыл, я заглянул в него одним из первых. Со временем на его защиту стянулись машины. Удачно. Больше никто не совал сюда нос. Кроме меня. Гея сказала, что ее можно восстановить. Но урон так велик. Разве починишь? Она сказала, сначала нужно уничтожить Аида, а уже после думать о ремонте. Я согласен. Починим систему терраформирования сейчас, ее может использовать Аид. Из-за жертвы Геи ему пришлось искать орудия, которые не столь удобны. Но думаешь, вообще возможно вернуть Гею? Ты знаешь, на что способны котлы. Им теперь доступны любые технологии для создания машин. По той же логике, они наверняка смогут воссоздать и технологии для ремонта Геи. Но это займет годы, а наше время, к сожалению, почти на исходе. Я думала, что ты тоже здесь будешь. Ну что, придешь? Зачем? Мое присутствие не требуется. Дверь ты и без меня сможешь открыть. Это ты рождена для этого, не я. Мне пора идти внутрь. Да. Когда найдешь главный блокиратор, получишь оружие для победы над Аидом. Все от тебя зависит. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сон. Можете проходить. Будь осторожна. Thank you.
Видимо, мне туда. Ну, вот и все. Видимо, здесь они жили. Уцелело немного. Когда-то вокруг был камень и железо. Элизабет, я уверена. Она даже не успела распаковать вещи. Ее дневники. Дневники Элизабет. Все уничтожены? Сканируй. Визор может воссоздать их, но это долгий процесс. Пусть визор... кажется всесильным устройством, но его мощь ограничена. Сколько это займет? Дни, недели, годы. Сумеешь остановить Аиды и сберечь наше будущее, и, может, успеешь их послушать. Ронсон. Прошло 6 часов с момента окончательного монтажа Кей Прайм. Сегодня затвор входного люка дал сбой. Зазор между створками люка должен составлять менее 2 миллиметров. А тут зазор был 10 миллиметров. Достаточно, чтобы проявилась тепловая сигнатура. Достаточно, чтобы Рой засек наш комплекс. Достаточно, чтобы Гею обнаружили и уничтожили. Достаточно, чтобы убить будущее, над которым мы столько трудились. Если только кто-то вручную не перезапустит сервоприводы. Снаружи. Я сейчас включу запись инцидента. Но я туда не пойду. Я на такой не подписывался. Либо мы кого-то туда пошлем... Либо все это было зря. Решать должна Лиз. Ну так долго нам ее ждать? Сказала 5 минут. Она же... не... О, нет. Так, слушайте. Я починила затвор. Гея. Зазор 1,4 миллиметра. Подтверждаю. Элизабет, нет. Мы придумаем, как тебя впустить. И не надейтесь, Рой слишком близко. Ладно, не думайте. Гея готова. Теперь она обо всем позаботится, как задумано. Лиз, не надо. Мы столько всего еще... Ребят, вы меня знаете. Не умею я прощаться и отпускать, так что... не будем. Тогда... в добрый путь, Лиз. И...
все, чтобы спасти жизнь на этой планете. И мы все теперь перед ней в долгу. Элой. Погибла. Она погибла. Ты знала, что она не могла выжить. А ее достижения... они исключительны. Пока ее люди спорили, она взяла на себя ответственность. Она одна. Она была лучше них. Я не это сказала. Да лучше. Не бойся это признать. Можешь хоть раз отвлечься от холодных расчетов и открыть сердце. Она отдала жизнь ради друзей, ради будущего, ради Земли. От тебя это ускользает? Смысл ее жертвы? Ты видишь в ее решении нечто волшебное. А это был рациональный выбор, свободный от сентиментальности. Нет. Она знала, что Гея должна не только думать. И научила ее... чувствовать, заботиться, идти на жертвы, верить в жизнь, бороться с безысходностью. Если бы не эти сантименты, жизнь бы погибла, ни тебя, ни меня бы не было. Твой довод разумен. Сочувствую тебе. Она сказала, что хочет домой. Может... Что? Ничего, нам пора. Запихнем им в голову, Лиз. Исторические факты. Так называемую правду. Информационный шум. Это не питательная смесь, Лиз. Это отрава. На той стороне кратера есть еще одна секция. Вроде она уцелела при взрыве. Потому что она бронирована. Ты нашла пункт управления. Иду туда. Я по-новому взглянул на проект. На самом деле все просто, чисто. Логично. Стирание. Прибавление через вычитание. Так будет лучше, Лиз. Один росчерк, и все это исчезнет. Мне не нравится, к чему все это идет. Продолжай. Открыла люк, воздух потянуло внутрь. Потому что в этой комнате не было воздуха. Но здесь же были альфы.